космонавт. Да. Где моя конечность? Ладно, дай я выйду. Стоим. Чего? Дай я выйду, слышу. Блин, сейчас, срач такой, сейчас, подожди. А что говорят? Чего ты, Сноркман? Я говорю, куда выйдешь? Я выйду? Да. Чё? Ну, User left your channel. Давай. Что по ТВ говорят? Да по ТВ там фигня, а АЭС там куда-то идут. Давай. На бейт. Чё, не сгорели? Пока нет. Только не встречу Вантуса, он запухавшийся. Работает, работает на бальте. Мы снимаем фильм о жизни на базе. Здравствуйте. Все шутеры про войну должны быть такие. Прямо камера. Да, и скучные такие. Ну, реалистично ведь. Короче, я знаю, как это реалистично. Сейчас я постою минут 20, короче, мне пуля от снайперки прилетит, и я пойду спать. От своего причем. Да, не исключено. Пони, далеко бахает. Скука героически наблюдает в бинокль. Привет, мам. Привет, па. Подожди, подожди. Смотри. Чего? Я фильм снимаю. Я попозирую. Сейчас будешь на карачках тут ползать? Прекрасно. Так, дай карту посмотреть. User left your channel. Я что-то делал. Без освоения нет. User left your channel. Между прочим, с пулеметом. Проявляю Нортман, ты где? User left your channel. User left your channel. User disconnected. Смотри, черепасики делают. Ну хёпт, куб. У нас тут куб на базе. О боже. Максу, да я как-нибудь двигаюсь? Смотри. Голову забираешь. Такие добрые все. Как-то фиговые. Миномет, спасибо. Давно не играл просто. User joined your channel. Пойдем до товарища сержанта копаемся. Сержант, мы снимаем фильм о жизни на базе. Да. Что ты можешь сказать нам? Как кормят? Не выдают компот. Компот не выдают? Ай-яй-яй. Печалька. User joined your channel. Да это я, у меня. Стрельба все на землю?
Да не, не. На РФП. Нормально, нормально. По ДВ это сообщает, что одиночный контакт, а да, один человек потерял. А, Беркут это... А, все, они видят кого. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Физик. Да, да что мне это М113? Иди, умирай. Я вообще водить не умею. Приказы не обсуждаются. Сел и поехал, умер. Ну ладно, как хочешь. Я поеду прям к ним. Кто же ты? Хочу тут торчать. СССР. Я говорю, там это, можешь медиков им нужен? Да не нужен он медикам, им надо дорогу попылить там. СС, мы отправляемся к ним, короче. Нафиг это нужно, тут сидеть. А с кем ты садишься, я не понял. Со Сноркманом. Ну давайте вдвоем. Ну, спасибо. Этот, Физик, на ДВ будьте и смените короткую себе. Хорошо. Пока, неудачники. Этот, кто у меня пулемет заберет? Бинокль или всякую хрень такую. Сноркман, давай ты. Давай мне. Беру. Давай ты водила. Ну, патрон для пулемета. Пулемета патроны, нет. Патроны, да, да, да. Максуда. Вам со 13 человек киду. Забирайте с нее. Ты водила. Физика жду. Да брось на землю, я их не подниму все. Возьми Максуда, кинь. Брось здесь. Ща, ща. Коров и наметчик. Команда попробуй. Кидаю в цистерны. Бинокль давай. Бинокль. Физик, тоже? Ну вы что, чай будете пить? Сели. Поехали, ё-моё. Ну а чё, я уже собран. Сноркман прыгнул и уехали. Все. Сейчас патроны возьму и поедем. Пока, Сноркман. Хо-хоу. Пока, неудачи. Прощай, брат. Все, Сноркман уезжает. Похоронную музыку ему. Сейчас заводки пошли. Я тоже уезжаю. Да едьте уже, господи. Да. Давай, ладно, пока, ребят. У него бензина нету, блин. Бензина нет. Бля, вон там канистра валяется. Сноркман, а бинокль я тебе уже не отдам. Где канистра? Уехали, так уехали, чего уж там. Лис, бэху на связь. Она улетела. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Так, 95-й в полный бак. А оплачивать кто будет, физик? А чё до сих пор не уехали-то? Бензина нет. User left your channel. Мы должны русская армия играть эту ночь. Чтобы ролл-реплеить, распиздять-то. Зато смотри, сколько народу теперь ее заправляют. Краудсорсинг, блин.
User left your channel. Я БМП в подвале нашел. КРФПшники носят вам. РФП, вы носите нам солярку, нет? Не ходят, сливают. Половина заливает, а половина сливает тут же. Маркман с канистрой вместо головы, блин. Выбегает из-за угла на бугал. User joined your channel. Нет, это домовой. Пьяный, блядь. Да бухай. Ну, блядь. User left your channel. Блин, перефразируя анекдот, заправляли М113, спалили две базы. Мы спалили, другую потеряли. Что происходит вообще? Канистры летают. Аус какой-то. Уехал, так уехал. Блядь, какой-то бак канистры нельзя за это доправлять. User left your channel. Что за стрельба? Это орел. Он уже второй раз стреляет из СВД куда-то. Может, по камню тренируется? Ну, судя по его возмущению, она стреляет без его желания. А, как обычно, летает. Оп! Все, сможет пешком пойти. Всего 5 километров, сейчас дойдем. Сейчас Бэху подгоним к нашей М113, ее заправим нашу и поедем на ней. Блин, я записываю все это кино. Смотри, не вздумай выкладывать. Нихуя не будет. Хоть сзади, хоть спереди. ДВшка притихла, пацаны. Ну что там, физик? Едем, нет? Да никуда мы не едем, бензина нет. Да, бля. Они люк бензобака не могут найти в эмке. Пусть на горке подтолкните. User left your channel.
БМП. Слышите? Они дезинфор на К1. Опа. А я вот одного не пойму. Зачем они нам везут патроны, если у нас тут и так всего дохуя? Где я не вижу? Лиз, они так бабки пилят. Они коробки с картошкой везут. Их сейчас сожгут, и они эти патроны спишут. А сами духом продадут на черном рынке. Я тебе говорю, я знаю эту схему. Ты так делал, да, уже? А, бля, пришлите, да. Оригинально. По-любому. Гениально. А то бы мы тут сейчас не сидели с вами, пацаны. Мы бы сейчас духов месили, так им это не нужно. Ебать, что это вы предлагаете? На тросе вас тащить? Да, я предлагаю еще устроить салют новый. Пока не надо. Давай. Жги, физик. А мы попробуем сбить эти снаряды в воздухе. Смотри, там что, говно едят, что ли? По-моему, хачики вообще не хотят атаковать нашу базу. Они просто боятся. Наемник отгонил эту БМП обратно. Кишлак. Свалили все сзади. Давай назад, давай. Жан, не убегай. Газуй по полу. Астрос прицеплен, бар. Звук клевая. Прешь ее? Так вот, если бы еще нападали на нас. БПшка поехала с тросом сзади. Что за ад здесь происходит, блин? Все, сержант, я освободил. Ты сиди, осматривай. Это явно не DNB инфу. Ну, Салтыкова клёвая, прёшь её? Прёшь. Игорь, тут возникла проблема. Очень плохая проблема. Короче, видишь, я ползаю рядом с минометом, я смотрю от третьего лица на себя. Ох, нифига, в бэшке, в Амстердаме можно карту смотреть. Ну, долбанный, наверное. Попробуй, наверное, нажать на ноль. Да бесполезно. На Enter. Тоже бесполезно. Кстати, да. Авантус тут тихую у нас крадет бей-бей-басты. У кого из наших ДВ включена? У меня.